Всем привет! Добро пожаловать на канал Краски праздником. Продолжаю серию видео об отдыхе в Крыму. Отдыхала я в поселок Заозерное городского округа Евпатория. Про поселок Заозерное есть отдельное видео. Смотрите в плейлисте Крым 2020 на моем канале. А сейчас о том, что можно посмотреть в шаговой доступности и совершенно бесплатно. Отправившись на самостоятельную экскурсию до греко-скифского городища Чайка, о котором есть видео на канале, загляните в плейлист Крым 2020, и пройдя немного вглубь поселка, заметили озера. Очень красивые и розовые. Если бы мне сказали о розовых озерах, я бы вряд ли поверила, а тут вышли и буквально наткнулись на такую красоту. Но снимать озера приехали на следующий день по пути из Евпатории, поэтому еще немного дороги получилось запечатлеть для видео. Историческое название поселка сохранилось в названиях озер поселка Заозерного. Большое Елы-Майнакское озеро и Малое Елы-Майнакское озеро. Заозерное до 1948 года называлось Елы-Майнак, а первое упоминание в 1783 году. Входит в Евпаторийскую группу озер. Озеро отделено от Черного моря перешейком, по которому проходит аллея дружбы поселка Заозерного, а также расположены пансионаты и базы отдыха. На дне залегает толща донных отложений, илистые черные в верхнем слое, затем серые, стальные серые, иногда с голубоватым оттенком. В некоторые годы водоросли придают летом озерной рапе красноватый или зеленоватый оттенок. Озеро лиманного происхождения, соленое. На берегах озера степная растительность с немногочисленными кустарниками. Не могу сказать, что здесь благоустроено. Конечно же нет. Это здесь и не требуется ввиду того, что людей здесь фактически нет. Купаться в этом озере нельзя и самолечением заниматься тоже. Приехать сюда для того, чтобы поверить, что розовые озера существуют, увидеть своими глазами, насладиться визуальной красотой и сделать несколько кадров на память. На моем канале в плейлисте «Крым 2020» я собираю свои впечатления об отдыхе в Крыму, рассказываю об объектах, которые произвели на меня впечатление. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео. Увидимся с вами в Крыму! Thank you.